Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы начинаем играть Call of Duty 3. Так, новая игра, рядовой. Давайте посмотрим, чем будет радовать нас эта игра. А, тут точно. Привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Интересно поставлено, что земля, это, блин, как зеркало разбивается. Ну, кто я на этот раз? Лицо покажете? Ой-ой-ой-ой-ой, это меня выжившего, да? Тащат. Спасайте, спасайте меня. Макарова. Кравченко. Господи. Начинаю как убийствовать и зверствовать, так. Всех прямо таки. Держусь, а что мне еще делать-то? Из последних сил, но держусь. Хватай меня. Итак, вот она. Как я и говорил, третья часть Call of Duty. Ну, что-нибудь предоперационное. Рассказывайте, давайте. Это Вайкинг 1-1, нас спасили! Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? В Беннетфилд находится команда спецподразделения Дельта. Позывной Металл. Металл 01 доступен на зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Значит, надо глушилку. Хорошо. Какая-то там глушилка. Фу. На раз-два сейчас ее. Ой-ой-ой-ой, мне не нравится такой черный ворот. Вторник, 17 августа. Сержант Джек. Сержант Дерек. Прост. Включайся, мы должны действовать. Прямо сейчас. Ну, давай. Без тебя я прям не знал, что надо действовать. Но лежишь тут, пока игра не кончится. А оказывается, действовать можно. Спасибо, что разрешил. Ой-ой-ой-ой. Сваливать надо отсюда. Так. Куда сваливать? Почему бежишь туда, где рушится дом? Можно же по соседней улице пройти. Что-то я не совсем понимаю, это какая-то ракетница, что ли? Это... Не понял. Ракетница. Это патроны, нет? Ага, два раза патроны. Че он убежал-то? Прикрывайте, прикрывайте меня. Вот так.
Я всех этих тварей сейчас покажу. Смерть упырям. Могли бы и пораньше прийти. Чтобы использовать двойной прицел, это чё? А чё здесь у нас? Вернитесь к своему отряду. Пойдем, так я и так сюда бежал. Догоняйте. Наверх по лестнице, за мной. Блин, я вас еще вести должен. Кучка утырков. Гринч, Трак, ждите моего сигнала здесь. Фрост, за мной. Давай, 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 давай. На. Блин, как неожиданно это было. Прошел? Молодец. Какие-нибудь секретные данные мы не будем брать. Куда ты? Собрался. Плешивый какой. Так, мне вниз, да, надо? Куда? Я думал вниз. Как ты пробежал мимо меня-то? Ой-ой-ой, вниз, да? Наверх не надо. Вот я-то помню, а вот вы помните? Блять, я еще вниз хотел. Давай, 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 давай. Трак, есть какой-нибудь сигнал? Одни помехи. Стойте, заглушите, приходится действовать всего. Под нами. Вырубите. Так точно. На. Кто там еще остался? Гри, смотри сверху, а мы зачистим магазин. Будет сделано. Ай-яй-яй-яй-яй. Подождите, подождите. На. На. Блин, тебе в шею там минимум три пули прилетело. Как ты вообще в живых остался? Так, пополнение боезапаса. Есть раненые. У нас все в порядке. А почему вы приходите, когда уже все сделано? Русские держат оборону. Халтурите. Не дают жару, мы не можем прорваться. У нас со службой поддержкой. По-прежнему ничего. Помехи системы заведения. Да ешь твою мать-то. Они окопались, просто возьми XM-25, выкурим их оттуда. Подожди, подожди, я тут бегу. Бумк. И теперь еще разок. Ой-ой-ой-ой. На. Бум. Давай перезарядим, ладно. Ценное, конечно, оружие.
Что здесь? Пойдем. Что, не выдержал твой шлем? Блин. Пойдемте. Я вперед, вы за мной. Мы закрепимся в фойе, пока вы будете в торговом зале. Вас понял. Ой, самое противное место. Ай-яй-яй-яй-яй, бежим, бежим, бежим сюда. Нет, бежим туда. Не вижу ни хрена, где у них головы. Вот он. Не ожидал, да, что по ногам-то стрельну. Ну ладно. Тихо-тихо. Ну, вряд ли я его убил, конечно. Блин. Сложно в этом переулочке-то. Мы закрепимся в фойе, пока вы будете в торговом зале. Вас понял, Метал, пошли. Где ты, где ты? Надо постепенно их уничтожать все равно. Пойдем по кругу. Пойдем. По большому кругу пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. За что вы нас не любите? Мы ведь хорошие парни. Итак, это самая лучшая тактика была. Идти по большому радиусу. Чем между. Ну вот куда ты, куда? Что у тебя? Колени запасные. Беги, беги, беги. Так. Прыгаю. Блин. Давай, 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 я успею. Ну уж, конечно, за мной, раз я первый еду. Лезу. Какое небо голубое. Блин, вспомнил эту игру, все. Точно. Тут в основном среди домов придется бегать. Где ты? На. Давай. Это оружие мне навряд ли уже пригодится. На тебе. В жопу тебе. На! Фейерверк! Так, теперь по крышам надо стрелять. Правильно? Правильно. Господи, смотрите, какие дома, небоскребы тут все. Давайте, вон они. На. Разведка снова на связи. На крышах на вашей территории обнаружены многочисленные силы противника. Ваше оперативное подчинение направлен полностью вооруженный предатор. Просто установи связь с предатором. Нам нужно выиграть время. Давай. На. Бум. На подлете, сбейте его. Кто же
Ой-ой-ой. Блин. Да подождите. Почему я не могу? А с чем я его буду сбивать-то? Ни хрена себе. Этот открыть не дает. Знаете вам. Получи в жбан. Бежим, бежим, бежим. Блин, чуть меня не оставили. Ну и? Вот так. Нате. Все, всех разбил. Давно уж стреляю. Блин. А что, только один сбит? Нате. Так стреляю, стреляю. Да взял его. Блин. Еще один надо сбить. Где тут стройка? На стройке, да, вы засели? Ой-ой-ой, все разнесем. И что теперь? Ай-яй-яй-яй. Он за этим зданием, за зданием. Просто можешь взять его на прицел. Да уже взял. Ну, мне кажется, по сюжету он нас подобьет. Потому что мы вроде как на этом здании должны очутиться. Ну я же говорил. Ой, что-то такое я помню. Было. Так что. Ой-ой-ой-ой. Взрывы. Пламя. Ну тяните меня наверх. Блин, никакой заботы от вас. Меня надо колить или леять. Без меня-то вы кто? Никто. Крутящий момент вроде бы в норме. Хвост. Ага. Рычаг общего
Вылетать-то мы можем? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!